Как-то раз у Вахтыша, у одной хозяюшки, вывела квахтушечка 10 цыплянят. Половину пелники, половину курочки, все такие шустрые, каждый был горят. Как выводопар идет, поле зернышко найдет, все цыплятам отдает, смотрим передать. Пески искупаются, солнцем омываются, за мечтой гоняются, и жизнь облагодать. Стали курки подрастать, перышками обрастать, да друг друга досаждать. Стал цыпленок глуп, петушки вчера чуны, забияки молчуны, и как правило они попадают в суп. Разноцветный фортушков, да в песни будет пешком, пройдет не спеша, где же агатушка, сказала матушка, вот будет хозяюшка, в общем хороша. Тут и осень подошла, замуж курочка пошла, но агатушке в гареме очень нелегко. Выйдет аккуратненько, стройно, аккуратненько свою песенку поет. Аккуратненько. Ну что ж ты делаешь с гаремом, как ты выходишь? Желаю песенку поет.